Всем огромный привет! Сегодня готовлю шоколадный пирог, я бы даже сказала шоколадный торт. Готовится он очень просто и получается невероятно вкусно. Думаю, многие из вас еще не знакомы с этим рецептом. Первым делом включаем духовку на 175 градусов и подготовим форму. Форма должна быть диаметром не больше 20 сантиметров. И начинаем приготовление. Муку, какао, соду и соль нужно просеять. Добавляем сахар и все хорошо перемешиваем. Теперь добавляем яйца, размягченное сливочное масло, растительное масло и молоко. Еще в тесто нужно добавить 1 чайную ложку ванильного экстракта, но я добавила просто ванилин. Теперь при помощи обычного венчика все перемешиваем примерно 3-4 минутки. И в самом конце добавляем столовую ложку уксуса и все хорошо быстренько перемешиваем. Тесто моментально начинает шипеть, хорошенечко все размешиваем, чтобы сода вся погасилась. И после этого переливаем тесто в форму, немного его разровняем и отправляем в духовку. Через 50 минут пирог можно начинать проверять на готовность. Зубочистка на выходе должна быть полностью сухой, у меня пирог выпекался ровно час. Пирог нужно полностью остудить, у меня он простоял всю ночь, после остывания я его убрала в пакет, чтобы он не высыхал. Верхушку пирога я решила срезать, хотя она мягкая, пирог можно сверху украсить просто сахарной пудрой, но намного вкуснее такой пирог с шоколадной помадкой. Шоколадную помадку можно приготовить дома самому, я напишу вам в описании, как это сделать. Также можно просто купить черный шоколад, растопить его и украсить сверху пирог. Я знаю, что у кого-то возник вопрос по поводу вкуса соды, но скажу вам наперед, вкус соды в этом пироге вы не почувствуете. Пирог на самом деле получается очень нежный, супер шоколадного вкуса. В общем, я всем советую, попробуйте приготовить и напишите мне свое мнение.